Добрый день! Сегодня я расскажу вам, как настроить мензуру на электродетали. Для начала берем тюнер и проверяем открытый строй, соответствующие струны, которые мы будем настраивать. Потом делаем флажолет на 12 ладу и зажимаем струну на 12 ладу. Мы видим, что струна у нас низит. Для этого нам нужно сделать струну короче, соответственно, отпустить немножко винт седла шестой струны. Настраиваем гитару. Проверяем флажолет. И зажимаем на 12 ладу. Все, струну настроили. Соответствующую процедуру делаем на всех остальных струнах. Если у вас струна низит, значит, вам нужно струну сделать короче. Соответственно, отпустить винт соответствующего седла нужной струны. Если у вас струна высит, вам нужно сделать струну длиннее. Соответственно, зажать немного винт соответствующей струны.